Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики продолжают радовать нас все новыми-новыми новостями, в данном случае халявой. Я уже, честно говоря, не знаю, когда я сегодня отдохну, потому что выпускаю видос за видосом, стараюсь ради вас, поэтому, ребятушки мои золотые, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я буду вам безумно благодарен за поддержку в развитии моего начинания. Если вы за честные обзоры, если вы за своевременные новости и за честное мнение по поводу этих новостей, обязательно присоединяйтесь к нашей группе в 10 тысяч человек и становитесь одним из нас. Это наш канал, он не мой. Мы все на этом канале равны. Подписывайся на канал, я тебе буду благодарен. Ставьте лайки и обязательно пишите свои комментарии. Ну а теперь, что касается новости. Итак, ребят, смотрите, есть линеечка с заданием, которое необходимо выполнить. Это новый приказик, который посвящен Дню Святого Патрика. Что необходимо сделать? Да, в принципе, ничего. Просто заходи, играй в любых боях, в любых режимах, без ограничений, без уровней, без того, на какой технике, без количества того, сколько ты опыта должен вывести за бой. Короче говоря, просто зашел, просто как обычно играешь и набиваешь урон. За 10 тысяч набитого урона, это не так уж и много, ты получишь, ну, я бы сказал, скудненько, всего лишь 100 тысяч серебром. Но какая-никакая, все-таки халявка. Здесь уже немножко поинтереснее. За 25 тысяч набитого урона ты получаешь 10 бустеров на золото. И помните, ребят, что если вы играете с включенными бустерами, то выгоднее всего играть на 10 левеле, потому что за поражение ты в любом случае получаешь 10 золотых монет, а за победу 20 золотых монет. Если ты средняковый игрок, то с этих 10 бустеров ты получишь приблизительно 150 золотых монет. Какая-никакая, а все-таки приятная халява. Если ты сольешь все 10 боев, ты все равно заберешь свою сотню. Ну а если ты крутой чувак и сможешь отыграть 10 боев с этим бустером без поражений, то 200 золота в карман тебе обеспечено. Ну и на финише всего этого приключения за 50 тысяч нанесенного урона, а я думаю, что за 3 дня, которые нам отвели на выполнение данного приказа, это вполне реально, ты получаешь обалденный анимированный камуфляж. Я не любитель камуфляжей. Я очень часто говорю по поводу того, что не стоит тратить голду на камо, лучше купи себе прем. Но в данном случае, поскольку он вообще халявный, является анимированным, мне он очень сильно нравится. И не только тем, что он халявный, а еще и своим внешним видом. Машинка действительно преображается, она становится какой-то такой веселой, жизнерадостной и действительно крайне интересной. Я не знаю, честно говоря, как кому, напишите свое мнение, а мне данный камо очень даже таки заходит. И что самое интересное, что когда ты видишь свою машину с тыла, а именно вот так мы постоянно видим свои транспортные средства в игре, то и сзади она переливается определенного рода золотыми красками. И это не может не радовать глаз. И если ты даже переключаешься на какую-то другую машину, то в принципе хуже она явно не становится. Ну а на льве вообще просто бомбически смотрятся вот эти золотые монетки на башне. Короче говоря, ребят, все в бой, всем получать удовлетворение от игры, всем пройти данный крайне простой приказик, ну и обязательно вернуться на мои видео. Для этого нажмите на колокольчик. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!